Белый дом изменил позицию по Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации Барака Обамы. По данным издания, проект резолюции, принятие которой будут добиваться США в Вене, предусматривает прекращение огня в стране и не поднимает заранее вопрос об уходе Асада. В четверг к переговорам по Сирии впервые присоединился Иран. Украина списала со своего долга 3 миллиарда долларов, полученные от России во времена президентства Виктора Януковича. Ранее Киев призывал Москву присоединиться к переговорам о реструктуризации кредитов вместе с частными инвесторами. Кремль грозит Украине судом. Пожар на складе, на котором находились 3500 тонн боеприпасов, вспыхнул в Луганской области на востоке Украины. Двое людей погибли, несколько получили ранения. Причиной мог стать обстрел склада. США временно отменили часть экономических санкций против Беларуси. Решение будет действовать полгода. Оно связано с освобождением белорусских политзаключенных. Ранее санкции против Минска на 4 месяца приостановил и Евросоюз. Слежка, которой занималась американская НБ в Европе, нарушила соглашение о сотрудничестве между спецслужбами США и Германии, подписанное в 2002 году. К такому выводу пришел бывший федеральный судья Курт Граулих, уполномоченный властями ФРГ разобраться в этом скандале. По его данным, США следили за правительственными учреждениями стран-членов ЕС. Японская компания Yamaha продемонстрировала созданного ею робота-мотоциклиста. Моторбот может самостоятельно ускоряться, тормозить, переключать передачи и поворачивать. На видеоролике робот-мотоциклист едет со скоростью 100 км в час.